Образование сегодня столкнулось с очень серьезными вызовами, и один из них – необходимость пересмотреть подход к подготовке педагогических кадров. Причем над тем, как именно будет выглядеть учитель через 5-10 лет, задумываются и в России, и далеко за ее пределами. В нашей стране одним из флагманов модернизации педагогического образования стал Казанский федеральный. Не случайно КФУ уже второй год подряд собирает экспертов по подготовке учителей со всего мира. И все эти гости – это действительно специалисты в области подготовки учителя. У них есть известные публикации, книги, монографии, статьи, посвященные проблемам подготовки учителя. И им есть что сказать о том, как красиво, как, я бы сказала, правильно готовить учителя. Но в то же время нам тоже есть что сказать. В последние годы в Казанском федеральном университете делается очень многое для того, чтобы изменить подготовку учителя. Одной из ключевых тем форума стали различия подходов в подготовке учителей в разных странах. И многие форумчане поставили себе цель не только поделиться опытом с коллегами, но и почерпнуть что-то новое для себя. Даже если взять российскую и британскую систему подготовки учителей, вы найдете очень много различий. У нас не просто разные подходы, а абсолютно разные философии. Я успел в этом убедиться за годы сотрудничества с учеными Казанского федерального. И знаете, подобные форумы дают возможность познакомиться не только с российским опытом, но и со многими другими. Для нас это бесценно. В Казанском федеральном также открыто для диалога, ведь, как говорят, учиться никогда не поздно, а значит и учить тоже. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюз.